источником питания 208-400 ГС является 4 ГТ-40 ПЧ-6. На самолете Ту-154 установлен 4 ГТ-40 ПЧ-6. 3 генератора установлены на основном двигателе, 1 генератор установлен на ВСУ. Генератор преобразует от крутящего момента 208 вольт 400 ГС. Чтобы продажный навигационный комплекс не сгорел стабильно, на шинах участвовал 208 вольт, для этого установлен блоки. Блок КОЧ, коробка осветительной частоты, контрольной частоты, АПШ, автомат переключения шины, БРМ, блок регулирования частоты. АПШ, если в одном генераторе при понижении или повышении скачок напряжения подключается другим шинам, имеется другим генератором. КОЧ, коробка отсечки частоты, предназначен для стабильно на сети было 400 ГС. При понижении, при повышении дает сигнал АПШ, АПШ переключает на другим шинам. БРЭМ, блок регулятор напряжения, чтобы стабильно на сети должен быть 208 вольт. Скачок напряжения не срабатывает ПНК, потому что